Добрейшего времени суток, с вами Горыныч, 13-я часть ностальгического видеопрохождения игры Dead Space. Я обнаружила челнок, о котором говорил Хэммонд. Черт! Его процессор не отвечает, это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ техкоманды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Ну вот, блин. Их всего три, и они разбросаны столько по всей палубе. Вот что это такое, а? Так, а здесь, в этом холле, похоже, тут черное месса состоялось. Юнитологи здесь зажигали, отжигали. Если внимательно присмотреться, у них массовое самоубийство здесь произошло. Так, насколько я помню, лучше эти... трупы расчленилкой сейчас займемся. Сейчас эти трупы нам не угрожают, но чуть-чуть походим, когда вернемся сюда. Рэнсит Мун, Каминг Сан. Шуска. Хватит уже за ноги цепляться, сука. Необходимость, народ. Так что уж извиняйте. Карта. Близко просто не видно аппарата, который установит наш стазисный модуль. Заглянем в магазин. Даем нахрен. Силовой резак — бесполезная вещь. Абсолютно.
че я продал-то? Нахрена? Я, сука, идиот. В заднем фоне, если кто не слышит, там песенка вот эта вот колыбельная. Звездочка, звездочка, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Так, здесь, по-моему, как обычно. Зачем же меня так пугать? Напугали ни за что. Так, за следующая надпись. Туалет. Вроде бы. Защитный костюм 5-го левела. Отлично. Текстовое сообщение прочитаем сейчас. Так, это правила игры в Зибол. Есть, кстати, достижение там правильно сыграть нее. У меня этого достижения на Xbox 360 нет. Я так и не вкурил, че к чему. Для начала игры встаньте на подсвеченную платформу, активировав ее. Увеличивайте счет, запрыгивая на специальные платформы. Затем, используя свой модуль кинезиса, захватите мяч, вводите им в активную корзину до того, как истечет отведенное на бросок время. Это такая дурная игра, я даже и показывать не буду, нахрен надо. Так, сейчас эти там головоноги будут, по-моему. Все, ничего не буду. Там невесомость. Сюда. Да ты иди, если оно не хочет. Зона невесомости. Идите, тварь. Смысл понятен, да? То есть платформа, она как бы активируется. Навигационная карта. Уходим. Не хочу с ними драться. Абсолютно. Смысла в этом не вижу никакого. Кстати, черный. А дверки не умеете открывать, падла. Зигибол нафиг не нужен. Достали. Стопки, скотина. Ты что думал? Я не помню, что ты здесь. Стазисная батарея есть. Интересно, сколько стоит этот костюм 5-го уровня. Так, что у нас тут есть? Схема защитного костюма. Let's go.
ладно. Как ты взялся? Так, 60 штук. Офигенно. Ну что, будем экономить. Куда деваться? Си заблокировал. Ключ техкоманды требуется нам. Текстовое сообщение. Статья «Юнитология». Став единым, мы вознесемся. «Юнитология. Новая надежда» или «Очередная афера». Кири Ван Откин. Надо провести последние 200 лет в глухой марсианской колонии, чтобы пропустить рождение и становление «Юнитологии», самого быстро развивающегося религиозного течения за всю историю человечества. Церковь юнитологии насчитывает миллионы последователей, среди которых множество влиятельных фигур мира, политики и бизнеса. Ее активы составляют 78 миллиардов долларов в ценных бумагах транспланетных корпораций. А сама церковь владеет двумя крупнейшими финансовыми структурами Земли. GPSG Financial и Unitas Energy Investments. Из малоизвестного культ юнитологии превратилась в уважаемую официально признанную религию. Некоторые аспекты этого течения общеизвестны. 200 лет назад Майкл Атман, профессор антропологии, во всеуслышание обвинил власти Земли в заговоре с целью сокрыть величайшую из находок человечества – артефакт, или, как его еще называют, обелиск, который был создан, вне всякого сомнения, инопланетной цивилизации. Хотя власти тут же поспешили объявить Атмана сумасшедшим. Его заявления породили сомнения в сердцах некоторых людей. Загадочная смерть Атмана только подогрела общественный интерес к фигуре и заявлениям профессора. Юнитологи искренне считают, что обелиск содержит некий код, который позволит нам перейти на новую ступень эволюции и достичь рая. Загвоздка в том, что сначала придется умереть. Они заявляют, что правительство спрятало обелиск и засекретило всю информацию об этой находке, в том числе и результаты научных исследований. Распространившись по всем человеческим мирам, юнитологи проповедуют догматы о мученической смерти Атмана и о том, что придет день, когда с небес спустится сам Господь и заберет нас в свои чертоги, дав жизнь после смерти. Все это звучит невинно, если бы не ряд некоторых очень сомнительных моментов. Все прихожане юнитологической церкви делятся на ранги. Саентологи херовы. Об этом, конечно, не говорят в открытую, но критики считают, что существует как минимум 3 различных иерархических ранга, стоящих над обычным посвященным. Чем выше ранг юнитолога, тем больше секретов открывает перед ним церковь, которая, как нетрудно догадаться, получает взамен все финансы продвинутого прихожанина. А думаете, расстаться со своими сбережениями – это все, что можно потерять? Приготовьтесь, церковь также требует от своих прихожан, чтобы они завещали культу собственные тела после смерти. Зачем? Чтобы юнитологи, что юнитологи будут делать с трупами? Увы, это неизвестно, и любые попытки проникнуть во внутренний круг лидеров культа заканчиваются провалом. Хотя даже не знаю, насколько нам понравился бы правдивый ответ, учитывая основной догмат юнитологов – перерождение через трансформацию. Ходят упорные слухи, что церковь финансирует собственную судостроительную программу. Кто-то даже утверждает, что видел флот юнитологов, состоящих из огромных кораблей мавзолеев. Возможно, это и не пустые домыслы, хотя никаких документальных подтверждений им обнаружить не удалось. Продолжение страницы 94. Вот так вот, блин. Ну, очень похоже на саентологов.
полюбасу. Да на всю эту чушь. Да, рюкзак полный. Рюкзачок полный. Нам прямо, да, идти? Ага, сейчас. Я помню, там начнется раздача слонов. Так, и здесь тоже будет. Не так уж просто. Это тоже... Обеды? Нет. Нет, 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 нет! Челнок мой! Я контролирую доступ к нему! Если бы только я мог взлететь, я бы все исправил. Простите, мистер Кларк. Только если вы докажете, что в состоянии починить челнок, я пропущу вас. Я должен быть уверен, что вы на моей стороне. Ты же это достал, животное. Ладно, хрен с тобой. Пошли доказывать ему. У нас силовых блоков нету. А нет, у нас два узла есть все-таки. Что делать нафиг? Скорость ущерб. Не, пока подождем. А, честно говоря, не слишком-то хорошо помню этот левел. Может быть, здесь есть дверь, которую можно будет открыть с помощью силового говнища. Опа. Да. Кому вы молитесь, когда все кажется безнадежным? Вон доктор Кросс верил. По-настоящему. Теперь она ждет своей трансформации. Прощения. А вы готовы, мистер Стэмпл? Конечно, готов. Не стоит бояться. Сыграйте свою роль. Узрите же раскаяние настоящего верующего. Пиздец. Совсем больной на всю голову. Они готовы. Возьмите их. Поглотите их. Сейчас это крылатое говнище прилетит. Да. Трендила, блин, херовна. Так, стоп. Сразу у нас активация пошла. Так, что тут по карте у нас? Это глянем. Вестибюль жилого отсека откроется. Откроется. А, ну здесь сейчас вот. Вот хрень летающая. Забавно, да?
спальный блок. Туалет. Хотя бы от этой твари очистили место. Музончик такой еще идет. Это бывший бар, да? Или пап, или бар, или мам. Опа, а вон. Видели? Мелкое говнище там ползает. Терпеть, сука, не вижу. Во-первых, в них попасть сложно, во-вторых, они больно бьют. В-третьих, из них ни хрена не выпадает. Что не есть хорошо. Спрятались. Я так не играю. Блять. Ладно. Ребятки, давайте постреляемся чуть-чуть. А вы не хотите? А вы не зайдете же, да? Если только через вентиляцию. Вентиляция здесь, по-моему, и не пахнет. Хорошо. Тут все в жиже. Пройти невозможно. Отлично. А вот и этот доктор. Доктора замочил, тварь. Девку. Мелкие смотались просто пока что. Так отсюда мы хрен кого достанем. Не появится только, когда Айзек спустится.
Сука! Так, один ключ мы нашли, да? Еще один силовой блок. Ошибись. Неплохой так видон вид отсюда. Вот этот он кусочек, видите, Ишимура слямзил он из планеты. Прикольно. Мистер Кларк, нам действительно необходимо поговорить. Я рядом с вами, и я знаю, вы захотите меня выслушать. Я могу все объяснить. Я... Все исходит. Соберите навигационные карты, и я впущу вас на пост охраны. Нам есть что обсудить. Поспешите. Блин, каждый говно, блядь, пытается там нам диктовать нахрен условия. Куда нам идти-то? Да, туда. А где эти? Хрены с лапами взрывающимися. Так, ключ от команды открывает нам эту дверь. Лифт. Куда? Куда, куда, куда мы едем? Вниз, да? Если там еще кислорода не будет потом. Насколько я помню. Открыт компания. О, да. Так, это я тоже помню. Мне эти звуки. Ну, типа притворился, да, на? Ну, нет, он не притворился, он типа сдох. Зашибись. Силовой блок. В туалете засох, если вы видите. Система жизнеобеспечения спального блока Б отключена. Тут должен быть рычаг открывания двери. Здесь сохранилка должна быть, да. Потому что там уже скач будет. Балибасом. Это карта, что ли, изучить? Так, секунду. Так, мы здесь заходим туда. Там двери перекрыты, там безвоздушное пространство. Ёпта. Твою мать. Да. Нет, нормально.
сдохни. Нет. Как я ненавижу это, терпеть этого гада, блин. Что там у нас тут было? Что у нас тут? Кредиты. Так, нам сюда, да? Ладно. Мы все равно сюда придем. Хорошо устроились. Так, рюкзак у нас полон. Рюкзак наполовину пуст. Возьмем большую аптеку. Так, ладно. Угу. Взломать замок двери — ошибка. Да ладно, ошибка. Бетово врубилось. Давайте взломаем замок. Включено. Замок взломан. Замок не взломан, что ли? Спальные места такие веселые. Блядь. Стол напугал. Ну, вообще просто жестко все это. Сейчас. Можно сохраниться, да? Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Да, вот сейчас, блин. Мы сами ремонтники. Так. Сейчас небольшую операцию, кооперацию проделаем. Где магазин-то, блин? Для него как до ядерной войны бежать. Хотя ладно, давайте попробуем так. Ничего страшного. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Просто хотел баллончик прикупить, но можно и без него, наверное, обойтись. Так, там еще одна дверка у нас. И лифт. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Зона А. Ну, тут уже веселая компания. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. А сейчас уже мне вызвали нах. Иди ты в жопу, мелочь. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Сейчас вызовем. Ты, твою мать, иди отсюда, животное. Куда нам идти-то? Ага, вот туда, да? Ну ладно, пойдем сюда.
блядь, жмучит, говорит. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Опять подзаправимся кислородником-то. Это ж чересчур уже. Сбой систем жизнеобеспечения и контроля климата. Ну, здесь сами понимаете, все вот эти вот хреновины, они исключительно для того, чтобы нас задержать и чтобы мы задохнулись с вами. Так, выполнили задание, взяли этот ключ, похоже. Здесь главное не паниковать. Запаникуйте, все трендово. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Вот, блин. Что нарисовался. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Сюда, что ли? Давайте сюда. Подышим кислородом. Зона нормального давления. Мы в другую дверь еще не сбегали. Давайте вот. Сбегаем. Вот в эту. Это туалет. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Сейчас вызовем. Сейчас всех вызовем. Все будет нормально. Поженимся, родится у нас дочка, назовем мы ее Вася. Зона нормального давления. Блин, после этого света здесь не алло. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для... Сейчас, погодите, мы еще запишемся. Там 60 штук надо накопить на кульный костюм. Говоря, они сейчас появятся там дальше. Обязаны появиться просто. Или вот отсюда. Отсюда, по-моему. Ну, оттуда. Yeah.
где-то колыбельная там фигачит. Ну, я так понял, нам сюда, да? Нет, вниз почему-то. Сохранение. Спальная блока С. Дай бог памяти. Как вам это говнище? А где башка? Божья воля, и мы ее исполнители. Мы вознесемся, и мы всегда это знали. Юнитология права. А ваша смерть. Вы станете выше любой физической формы. Глупцы, не слушайте их. Это то, что мы искали все эти годы. Мы столько ждали. Не слушайте их. Вернитесь. Вернитесь. Как посмел ты отвернуться от церкви в этот роковой час? Не предавай свою веру. То, что происходит в колонии, это не трагедия. Это Божья правда еще невероятнее. На планете под нами мы обнаружили обелиск. Где-то алтарь должен быть этих уродов. Во-первых, а во-вторых, по-моему. Сейчас нас тут начнут принимать на гора. Отлично. Вкусняшек, вкусняшек много. Рюкзак полон вкусняшками. Должен двигаться. Да не этот. Вот этот вот. Этот мешает теперь.
стороны. Вещает. Вещу хрен. Чтоб со своей юнитологией. Шатник уехал, походу. На себя застрелил, короче. Сейчас будет что-то с чем-то нахрен. Так, эта хрень, она вообще блокирована. Здесь сдвинуть ее невозможно. Навигационная карта. На этот раз тебе не сбежать, мой друг. Ты проявлял чудеса находчивости, но сейчас мои творения на свободе, перерожденные в самом горниле жизни, пришел твой час. Застыл, да, у нас? Отлично, нет сундучка. Пусти, 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 жирный. Пусти. Сейчас, как зайдешь.
Сейчас будем дохнуть. Я не помню. Зачем это тут так усложняется? Убьют нахрен. Да, это была, сука, отличная работа. Надо было на лифт ломиться. Блин, по кускам, сволочь, по кускам. Попаду там чуть-чуть.
быстро. Быстро, 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 быстро. На этот раз тебе не сбежать, мой друг. Ты проявлял чудеса находчивости, но сейчас мои творения на свободе, перерожденные в самом горниле жизни, пришел твой час. Вообще просто жестко. Иди сюда, я с тобой поделаю. Вообще, что ли, не видит? Ты вообще обнаглел бы. Сколько можно с тобой бодаться-то? Отлично. А так все хорошо начиналось. Вентиляции главное стоять. Стой сюда, подстрелку. Thank you.
сразу убегаем нахрен. В противном случае нас сожрет. Открывайся, сука! Я буду ждать вас в отсеке дирекции. Дверь открыта. Поспешите. Айзек, будь осторожен с Кейном. Сейчас его записи мой основной источник информации. Он точно спятил. Его поведение не поддается контролю, и он способен на насилие. Да мы тоже уже способны на насилие. Меня уже тут сколько раз, блин, прикладывали. Мордой об пол, блин, и об стол, и во все остальные места. Так, карту. Столбанные регенераторы, блин. Так, значит, через это, через сохранялку и идем вниз. Опять там сохранялка. Все понял, где я очутился. В этом отрыве долбанном. Отстань, будильник. Я уже проснулся. Так. Ставить на батарейку надо еще одну купить. И продаем рубиновый полупроводник. Продать. Большую аптечку продадим нахрен. Пойдемте что-нибудь качнем. У нас вроде два силовых блока еще осталось. Иди в жопу, будильник. Отключен. Так, импульсная винтовка. Перезарядка нахрен. Увеличим ущерб на него, по крайней мере. Да, по-моему, да. Да, точняк. Стопс. Силовой двигатель челнока уничтожен. Нет, 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 нет. Не теряй надежды, не теряй. Сначала я сам потерял надежду. Я пытался уничтожить корабль, вывести из строя системы. Но Америка. Она все изменила. Церковь. Они считают обелиск святыней, но они не знают, что тут произошло. Не знают, что они выпустили на волю. Смотри, смотри, смотри. Смотри на это. Вот, что мы нашли внутри планеты. Мессер назвал это разумом Роя. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами. Но Амелия... Она знала, что это можно остановить, вернув обелиск на планету. Обелиск удерживал разум внутри. Верни обелиск и снова запечатай разум Роя. Пожалуйста, прости меня, Амелия. В этой трагедии большая часть моей.
Теперь мой долг положить этому конец. Искупить созданных. Но ты можешь помочь мне. Если ты починишь челнок и погрузишь обратно в него английский, мы остановим это. Навсегда. Эту хрень не хочешь открывать, да? Опять жар чужими руками загребать. Почетные юнитологи. Что за индусы? Тут такая уж теплая компания меня встречает, что просто, блин, грех ли пострелять. Силовая пушка рулет. Ты еще жив, моя старушка. Называется. Я надеюсь, вы там все уже. Чебуреки, блин. Хилить. Жесткаль. А это каюта этих привилегированных. Дневник капитана. Личная запись. Это мое признание. К тому времени, когда запись обнаружат, все мои действия уже оправдают. Я юнитолог. Сейчас уже ни для кого не секрет, что мы находились в системе нелегально, ведя незаконную разработку для компании. Но потом был найден обелиск. Церковь немедленно взяла дело в свои руки, поставив меня во главе этой миссии. И она позаботилась, чтобы большинство экипажа состояло из ее последователей. Моим основным приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт. Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Как он говорит, в этом направлении уже много достигнуто. Мое решение объявить карантин в колонии вызвало недовольство. Но внизу разразилась какая-то эпидемия, и я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз, когда мы так близки. Завтра мы вскроем планету и продолжим изучать обелиск. А когда вернемся домой, то передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду. Текстовое сообщение. Запись Уайта. Личный журнал Уайта. Первый помощник. Чертовы юни, похоже, управляют всем кораблем. Пока что точно знаю, что к ним принадлежат. Капитан Матиус, офицер по науке Кейн, второй офицер по науке Мерсер, командор Холт, лейтенант Карилла, младший лейтенант Питц, младший лейтенант
Вред, блин. Мичман Мейнар, Мичман Паттер, Мичман Уреде, Мичман Шанде, Мичман Инспиланте, Мичман Нативидад, блин. Пипец, блин. Тут пошли все. Лесом пулем. Азик, это ты шумнул? Засада! Здесь пришили, похоже. Какой-то очередной юнитолог. Ладно, хорошо. Отсек челноков администрации. Ясный перец, надо записаться. Так, это челнок администрации. Да, ну его нафиг. Уже все остальное увидим в следующей серии. Это была 13-я часть, ностальгическое видеопрохождение игры Dead Space. С вами был Гарыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.